В Артеме в колледже сервиса и дизайна прошел День студента. Были приглашены также студенты колледжа ВВГУ, Приморский строительный колледж и 220 вольт. Для ребят первого курса была проведена развлекательная интеллектуальная игра «Квиз». Квиз на сегодняшний день – это же одна из самых таких распространенных форм проведения мероприятия. Ну, для себя, как более-менее молодой, могу сказать, что это наиболее такая лайтовая форма, не нужно напрягаться. Мы же не сдаем государственный экзамен, нам строгость не нужна, нам нужно, наоборот, поближе ребят друг с другом познакомить, сблизить, а это самый лучший способ раскрепоститься. Квиз лучше всего подходит. А что им за это будет? Ну, у нас есть подарки, ценные призы, естественно. Ну, в первую очередь... Мы искренне надеемся на то, что у них будут незабываемые эмоции от сегодняшнего дня и много каких-то новых знаний. Оксид принципиально пригласил только первокурсников, потому что это первый значимый праздник для ребят. Они только окончили школу и вот только сейчас начинают знакомиться со студенческой жизнью. Ученик – это именно вроде как еще детская такая жизнь, когда ты особо еще не готовишься к выходу ко взрослой жизни. Вот ходить в школу тебя заставляют прям. А в колледж ты ходишь по своему желанию. Ты по своему желанию сюда поступаешь. Это как бы первый этап ко взрослой жизни. Первая ступень во взрослую жизнь. Отлично, мне нравится, это намного разностороннее, много нового узнаем, то есть это совсем другая атмосфера, нежели в школе. Лидия Бажанова первокурсница, и у нее большие планы на будущее. Сейчас она учится в колледже по специальности, но далее она планирует идти на высшее образование. Здесь больше ответственности, чем в школе, так как ты отвечаешь, я еще и староста группы, больше ответственности полагается на тебя. Сложнее, но интереснее. Я учусь по специальности стилистика искусства визажа. Хочу после этой специальности пойти на высшее образование также. И после пройти международные курсы и хочу улететь в Корею всю работать. Ну, сейчас мы изучаем 10-11 класс, но у меня есть знакомые, кто на третьем уже курсе, четвертом, и они много рассказывают интересных вещей. Хочется продолжать учиться. Игра «Квиз» сейчас популярна в России среди молодежи, и она набирает все большую популярность. Суть игры в том, что вопросы из различных сфер жизни делятся на несколько раундов. В каждом раунде определенное количество заданий. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогам всех раундов. Ну и в завершении игры первое место заняла команда ВВГУ, второе место – энергетический колледж, и третье место между собой поделили «Оксид» и «Приморский строительный». А в завершении игры дети получили грамоты и море позитивных эмоций. Вероника Климова, Денис Надельный, Светлана Нуриградский, новости телеканал «Лента».